Программа Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка», запущенная с подачи Владимира Путина, начала действовать с начала этого года. В принципе, ее прост. Любой житель России может указать на интерактивной карте место расположения несанкционированной свалки, после чего эта информация передается местным властям, которые должны принять меры для ликвидации помойки. Жители нашего региона включились в генеральную уборку с большой охотой. За 11 месяцев они отметили на карте 135 мест по всему региону. Большинство пришлось на Ульяновск – 97 отметок. Самой крупной несанкционированной свалкой была та, что располагалась возле Селинского шоссе. Растянутая на десятки метров вдоль малоиспользуемой трассы, в течение нескольких лет она была настоящей язвой на теле города. Проблема всегда в одном – необходимости организовать эту работу и найти того, кто должен это сделать. Понимаете, вот всегда возникает вопрос, а кто это должен сделать? Не я. Но даже после того, как свалка была отмечена на карте генеральной уборки, убирали ее с неохотой. В ситуацию пришлось вмешаться депутату Госдумы Владимиру Гутюневу, который в сентябре этого года лично оценил масштабы гигантской придорожной кучи мусора. Визит парламентария сыграл свою роль. 1 ноября свалка была ликвидирована. И здесь надо отдать должное. Мусор был убран городскими коммунальщиками качественно. Настолько, что дорогу было не стыдно еще раз показать Владимиру Гутюневу, который посетил Селдинское шоссе 2 ноября. Мы видим, что наведен порядок. Порядок практически идеальный. Причем и дорога, и лес убраны. И, конечно же, то, что и Ульяновская область, и Ульяновск смогли за последние месяцы сделать очень серьезный рывок и уйти с позиции отстающих, сейчас в общем рейтинге Ульяновская область по числу выявленных объектов занимает 42 место. Чтобы свалка не появилась на дороге снова, городской администрации решили перекрыть въезд на дорогу, которая и так использовалась водителями редко. Однако не факт, что нынешние барьеры смогут остановить любителей мусорить. Дорога, которая ведет к убранной свалке, перекрыта вот такими бетонными столбами. Но насколько надежна эта защита? Большой вопрос. Алексей Гаев заверил, что небольшие пасынки будут скоро заменены на крупные бетонные блоки. А что касается борьбы со свалками в целом по стране и в Ульяновской области в частности, то и Владимир Гутюнев, его коллеги-депутаты из Ульяновского заксобрания уверены, что здесь поможет только серьезный системный подход. Пока таких барьеров нет, и именно в этом причина, почему и поселки, и близлежащие дороги, и самые удобные и неудобные места завалены мусором. Я считаю, что пока нет эффективной системы наказания за подобные нарушения, мы не сможем навести порядок в окружающей среде. Но все-таки лучшим средством борьбы со свалками является наша собственная ответственность. Ведь давно и верно сказано, не там чисто, где убираются, а там, где не мусорят. Игорь Улитин, Константин Никитин, Юрий Конихин. Новости дня. Ульяновская правда.